внимание! Это оповещение населения. Мы хотим, чтобы вы знали, сегодня первый полный день нового мирового порядка. Повсеместно сохраняется масочный режим. Собрания на открытом воздухе ограничены до 2 человек. Физические упражнения разрешены не дальше 10 километров от вашего дома. Посещение магазинов, как раньше, запрещено. Только один человек на семью может уйти, чтобы совершить покупки. Из завтрашнего дня похороны ограничены 10 людьми. Внимание! Мы хотим, чтобы вы знали, есть всемирная пандемия, какая бывает раз в 100 лет, так что вы можете ожидать, что у нас будет время от времени передачи инфекции. И это таким образом вы должны признать, что это новый мировой порядок. Вы должны признать новый мировой порядок. Это новый мировой порядок. Сегодня первый полный день нового мирового порядка. Нового света. Нового мирового порядка. Это оповещение населения. Мы хотим, чтобы вы знали, в обозримом будущем возврата к прежнему не будет. Возврата к прежней жизни в обозримом будущем не будет. Если кто-то из вас предполагает, что мы возвращаемся в старый добрый мир, который у нас был, и снова все будет нормально, как мы привыкли по старинке, то это фантастика. Этого не будет. Смиритесь. Внимание! Мы хотим, чтобы вы знали, сама по себе вакцина не остановит пандемию. Необходимо будет продолжать наблюдение. Людей по-прежнему надо будет тестировать в изоляции, а контакты с ними по-прежнему необходимо будет отслеживать и помещать их в карантин. Это большая идея, новый мировой порядок. Мы можем найти смысл и вознаграждение, служа какой-то более высокой цели, чем мы сами. Сияющие цели, освещенность тысячи световых точек. Это уже не теория, это факт. Это оповещение населения. Мы хотим, чтобы вы знали, секретные организации мировой властной элиты больше не являются секретом. Мы планируем ваше будущее и сейчас ведем вас к коммунистическому правительству единого мира. Это необходимое благо для всех нас, формирующий новый мировой порядок в 21 веке. Под руководством нашего единого мирового правителя. Мы хотим, чтобы вы знали, мы заботимся о вас. Вы под нашей защитой. Следуйте нашим инструкциям. Это новый мировой порядок. Это оповещение населения. Сегодня мы просим каждого из вас выйти на контакт со всеми невакцинированными пациентами в ближайшие 2 недели и персонально убедить их сделать УКОЛ. Мы нуждаемся в вашем личном участии в этой критической ситуации. Внимание! Это послание для невакцинированных. Чего вы еще ждете? Что вам еще нужно увидеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной и безопасной. У вакцин есть разрешение Министерства здравоохранения.
Более 3 миллиардов человек во всем мире уже сделали как минимум один укол. Мы были терпеливы, но наше терпение заканчивается. И ваш отказ стоил дорого всем нам. Поэтому подчиняйтесь. Подчиняйтесь.